Итак, сизый еликостер. Обратите внимание, что ель есть сизая, седая, белая, зеленая и голубая. Люди часто путают. То есть на вот это растение они говорят голубая ель. Нет. Голубая ель выглядит вот так. Вот это и есть голубой цвет. Есть сизый, есть, как это видно, голубой. А есть зеленый. Вот это зеленый цвет. Ну, чтобы люди понимали. Вот они, зеленые красотки. Вот конечки. Коника Дейзи Вайт. Цветущие молочными. А вон маленькая, можно посмотреть. Коники растут от метра до двух. Вот большие. Видите, какие красоточки. Цены на них сказочные, поэтому, в принципе, на всю хвойную растительность в этом году будут. Обращайтесь. Пересылка почтой. Все, у нас есть доставка бесплатно по городу.